Здравствуйте, это Грэм Ньюс. Меня зовут Анна Лейтон-Григорьева, и здесь мы обобщаем сказанное в Грэмми за неделю. Игорь Стрелков-Гиркин арестован. Это что-то новое – добавить к политическим заключенным в российскую тюрьму ярого зе-патриота. Почему именно сейчас? Об этом военный эксперт Юрий Федоров. Ну да, раньше их не задерживали. Точнее, я бы сказал так, были задержания таких ультрапатриотов, такого полуфашистского или фашистского толка, тех из них, которые либо вышли из-под контроля, но это было давно, еще лет 10-12 тому назад, либо тех, кто поддержал Украину в 2014 году, такое тоже было. Потому что вот эта праворадикальная среда в России, она раскололась. Одни считали, что, в общем, власть действует правильно, не надо этим украинцам всячески показать их место. А другие говорили, что нельзя ссориться с братским славянским народом. В общем, мы одной крови, одного корня, и нужно, в общем, как-то вместе с Украиной противостоять коварному и жестокому Западу. Но это было давно. А сейчас, да, сейчас, по-видимому, началась, по-видимому, власть, ну, тут вопрос в том, кто конкретно во власти, увидели угрозу со стороны вот этой праворадикальной и милитаристской публики, и, ну, сделали из этого определенные выводы. Но вопрос, с моей точки зрения, должен быть поставлен немножко и по-другому тоже. Не почему сегодня задержан Стрелков, а почему он задержан именно сегодня, именно вот в эти дни. И тут напрашивается вывод о том, что сделано это было по инициативе или по требованию министра обороны Сергея Шойгу, который последнее время стал предметом особой критики, особо уничижительной критики со стороны вот тех самых рассерженных патриотов, со стороны Пригожина и тех людей, которые его поддерживают. И самое главное, с этими людьми согласились как минимум два достаточно авторитетных и высокопоставленных генерала российской армии. Я имею в виду Ивана Попова, бывшего командующего, хотя непонятен его статус, но, по-видимому, все-таки бывшего командующего 58-й армии, и с которым солидаризовался генерал Михаил Теплинский, командующий воздушно-десантными войсками. Они оба эти персонажа, обе эти особы, поддержали требования об отставке Шойгу. Ну и, соответственно, это расценивается как определенный сигнал того, что в армии ищут козла отпущения. Ну, он, так сказать, достаточно очевиден, если кто и виноват с точки зрения профессиональных военных, если кто и виноват. Сегодня кого можно было бы обвинить во всяких неудачах, которые преследуют российскую армию, так это прежде всего министр обороны. Тем более, что в общем-то этот министр, он не профессиональный военный, как мы знаем, ну и его легко, естественно, с точки зрения военных, естественно, на него очень легко свалить все провалы, промахи и так далее. Ну, а с этими тезисами, в общем, выступал и Стрелков, и Пригожин. Хотя они друг друга там поливали со страшной силой, обвиняли в предательстве и прочем, но, тем не менее, по ключевому вопросу их точки зрения совпали. Да всем виноват Шойгу, ну, плюс Герасимов, которого добавляли к министру обороны. Так вот, мне кажется, что дело дошло до того, что Шойгу начал во имя спасения, для спасения самого себя, начал кампанию чистки, ну, может быть, если в армии ему пока не дают развернуться, то во всяком случае, вот в таких кругах, близких к армии, это ему позволено сделать. Тем следующий момент, который прям бросается в глаза, это
провал или неудачу, это поражение, как хотите, тех людей, которые все время, ну, не люблю это слово, но тем не менее, крышевали этого самого Стрелкова. Ему же позволялось очень многое, ну, по крайней мере, с точки зрения высказывания его. А раз так, значит, кто-то, ну, и мы примерно можем предположить, кто это руководство ФСБ, потому что Стрелков постоянно говорил о том, что он офицер то ли действующий, то ли действующего резерва ФСБ. Ну и, соответственно, невольно возникает, я думаю, вполне обоснованное и правдоподобное объяснение, что какие-то люди в ФСБ, которые позволяли, и не только позволяли Стрелкову высказываться достаточно критично по отношению к армии, но и подталкивали его к этому, или давали какие-то инструкции, критикуйте армию. Ну, соответственно, это поражение вот той группы каких-то руководителей Федеральной службы безопасности, которые по своим причинам, по-видимому, тоже заинтересованы в смене министра обороны. Владимир Путин стал риторически угрожать Польше, заявив, что ее западные земли когда-то были подарены Иосифом Сталиным. Правозащитник Владимир Осечкин в интервью Грэму поделился важным инсайдом от своего источника о том, куда планируют направить наемников ЧВК «Вагнер». Из того сообщения, которое мы получили в 7 утра, в 7:22, о том, что вербовка, рекрутинг вольнонаемных со свободы в России в так называемый ЧВК «Вагнер» продолжается. И более того, наемникам прямо говорят о том, что их миссией будет вторжение в Польшу. Можно было бы сомневаться в сообщении этого источника, если бы не два фактора. Первый фактор — это то, что этот человек и летом 2022 года нам сообщал конкретные данные о вербовке, о первых вербовках осужденных из исправительных учреждений УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Если бы он не пересылал нам целый ряд аудиозаписей еще в июле 2022 года о потерях ЧВК «Вагнер» и бывших заключенных в ходе боевых действий в войне, это были одни из самых первых сообщений на эту тему. Если бы этот человек в марте, в апреле и в мае нам не сообщал детали и подробности рекрутинга заключенных из целого ряда регионов в так называемый там «Шторм-Z» и так далее. То есть это действительно достоверный источник. И второй фактор — это тот, о котором вы мне сказали на самом деле до этого эфира, когда я вам рассказал об этой новости, вы тут же сказали, что в новостной ленте прошло то, что диктатор Путин во время заседания так называемого Совета Безопасности, или, можно сказать, Совета Опасности, он озвучил как раз такие территориальные претензии к Польше, напомнил им, что часть польских территорий — это вот такой вот щедрый барский подарок Сталина и Советского Союза, и что они сейчас вскоре напомнят их там друзьям, но, очевидно, друзья надо брать в кавычки, соответственно, европейским партнерам по поводу того, что все это было именно подарком. То есть вот если мы сопоставляем то, что говорил Путин, и это было в 13-16, то есть можно было бы предположить, что этот источник прочитал новости и решил, ну, условно, скажем так, на волне хайпа что-то написать нам. Но это было в 7:22, и скриншот этого я опубликовал в Телеграме. То есть еще в 7 утра человек, который нам неоднократно сообщал достоверную информацию, сказал о том, что идет подготовка, вербовка новой волны наемников ЧВК «Вагнер», и их миссией будет Польша. Плюс, давайте отмотаем пленку опять на 2-3 дня назад, когда появилось видео выступления Пригожина и Дмитрия Уткина, который, видимо, находился в состоянии там, легкого или нелегкого алкогольного опьянения перед бойцами ЧВК «Вагнер». Опять же, информация разнится. Одни говорят, что это было все снято в Беларуси, другие уверяют, пишут мне, вчера написали, что это не в Беларуси, а снято это было в Липецкой области. Почему там, не знаю, но не суть. Суть в том, что Уткин впервые выступил в паблике, и наемникам ЧВК «Вагнер», которые его там приветствовали как своего командира, сказал, что впереди у них самая большая в мире работа. И дальше он это закончил все «Welcome to hell». На это наслаивается, опять же, сообщение нашего источника о том, что в кругу командиров и вот там штабных в нынешних вот этих остатках, в новом гибриде ЧВК «Вагнер», как гидра, который там опять голова сейчас на наших глазах отрастает,
идет обсуждение в том числе и по ядерным объектам в Украине, не ядерным объектам, а ядерному вооружению, которое туда Россия отправила. И вполне возможно, что оно будет... в Беларуси. И оно может быть задействовано там. Я об этом буквально там вчера в нашем чате писал. Поэтому если совместить вот это вот, впервые Уткин выходит в паблик публично, говорит о том, что у них впереди какая-то очень большая работа, которая перекрывает, очевидно, по масштабу все, что до этого ЧВК «Вагнер» делала ранее там в Украине, в Сирии и так далее. Плюс произносит вот это вот «Welcome to Hell», очевидно, подразумевая возможное там применение ядерного оружия, плюс вот эти вот новости сегодня. То есть, конечно, это все очень тревожно. И большой вопрос, что делает сейчас Путин и все вот эти вот марионетки, которые, я уверен, от него так или иначе зависят. Это такая огромная информационная психологическая специальная операция, чтобы запугать каким-то образом и начать шантажировать с помощью страхов там Европу, Запад, либо действительно у них там что-то, очевидно, с катушек слетело, они потеряли уже там любые какие-то ограничения и чувствуют, что вот этой империи там осталось совсем немного, судя по ресурсам денежным, по армии и так далее, и, возможно, действительно они готовы на какие-то шантажи и даже вот на применение уже вот этой вот гибридной организации, которая, еще раз подчеркну, это не частная военная компания, это подразделение, которое курировалось ГРУ и финансировалось государством и экипировалось за счет Министерства обороны Российской Федерации. Но вот информация, это очень тревожная, то, что они бойцам-наемникам говорят о возможном вторжении в Польшу, причем там на проникновение, стремительное проникновение вглубь. На этой неделе широко обсуждался скандал с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Она поселилась на Тенерифе, имеет звание майора в России, плакала в Кремле перед Путиным и признавалась ему в любви. Публично она войну не осуждала и планирует продолжить работать в Международном олимпийском комитете. Могут ли молчать те, кто имеет все возможности не молчать? Об этом Геннадий Гудков. Ну, если бы Исинбаева не была великой спортсменкой, которая могла бы и должна была бы гордиться Россией, конечно, я бы отнесся к ней очень отрицательно. Она великая спортсменка, безусловно. Причем выдающаяся. Это вот, ну, грубо говоря, как какой-то фантастический, там, ну, не как Пеле в футболе, но что-то где-то близко, да, как Рональдиньо, предположим, в футболе. Я не знаю, помните вот такого великого, великолепного игрока? Вот. Конечно, это выдающееся явление в спорте. И это много ей прощает, с одной стороны, а с другой стороны, накладывает на нее определенную ответственность. Я, конечно, к Исинбаевой как к врагу совершенно не отношусь. Конечно, она себя полностью, в значительной степени, скажем так, скомпрометировала, участвуя в путинских делах, там, участвуя в комиссии по уничтожению Конституции, заявляя там о каких-то своих эмпатиях к этому кровавому палачу и упырю. И она, безусловно, будучи, так сказать, в этой в обойме власти, поддерживала этот режим. И поэтому я считаю, и мое мнение, она может там слушать нас, не слушать, я бы на ее месте все-таки принес бы извинения. Это все, что от нее, в общем, по большому счету требуется. Если бы она просто извинилась, сказала, что да, я, конечно, ну, была молодая, не очень все понимала. Сейчас я понимаю, что к чему это все шло. Тогда у меня просто не было ни политического, ни жизненного опыта, тем более я все-таки спортсменка. Мне, конечно, искренне жалко, что так все получилось. Я сожалею об этом периоде. Больше бы от нее никто ничего не требовал. Понимаете? Вот она даже этого не сделала. Я не считаю, что ее там надо гнобить, так сказать, там презирать и что-то еще, кидаться в нее там каким-нибудь дерьмом. Это неправильно. Но все-таки публичный человек, если ты публичный человек, если ты вышел в публику, если ты сказал что-то для политики в ту или иную сторону, ты уже несешь ответственность. И хотя бы морально, хотя бы в этом надо признаться, вот тем более сейчас, когда гибнут дети, гибнут люди, гибнут мирные жители, когда сотни тысяч погибло одураченных, оболваненных, к сожалению, взявших в руки и ставших военными преступниками российских солдат и офицеров. То есть это трагедия. Это драма, это то, что сейчас происходит и в Украине, и с Россией происходит. Но надо хотя бы было извиниться за это.
То, что она это не сделала, она начинает там вычищать все свои посты, где она там в пилотке, где она там в форме майора. Но это говорит не очень хорошо о ней, как о человеке, который, в общем, просто скрывает следы, типа, а вдруг меня из Испании выгонят? А вдруг мне передумают и не дадут там, что мне там дали, вид на жительство или гражданство, или что-то еще. Вот это, конечно, не красит ее. Не красит. Ну, как врага я ее не рассматриваю, не вижу. И, конечно, ну и, естественно, да, осуждаю в целом за ее поддержку. Но я бы вот про нее просто забыл. Стоит ли забыть про Владимира Познера? Он, кстати, был замечен, по крайней мере, такая информация появилась, доказательств ей нет, но среди коллег, в частности, в Латвии, говорят о том, что он был замечен в Риге. Владимир Познер находится сейчас, возможно, здесь, может быть, и нет. Вот, на ваш взгляд, стоит ли забыть Познера, учитывая, что он все-таки, имея все возможности, кажется, высказаться, но так и не высказался? Ну, Владимир Познер давно подыгрывает власти, давно исполняет заказы власти. Мы же помним, там, когда надо какого-нибудь там дебильного или полудебильного губернатора пригласить, какого-то дебильного или полудебильного чиновника пригласить и там позадавать ему умные вопросы, попиарить. Ну, я помню, там пришло, помню, там Воробьев приходил, приходили еще какие-то губернаторы, еще какие-то чиновники. И, в общем, конечно, по большому счету, он конформист. Что там говорить? По сути дела, он пользовался преимуществами, которые давала ему власть, а сейчас он типа затихарился. Хотя лицо публичное. Это вот как раз в отличие от Есенбаева, у которой есть гигантские заслуги перед спортом и перед нацией, таких заслуг у Владимира Познера нет. Он все время плыл, так сказать, по волнам, все время менял курс в соответствии со сменой ситуации и сменой ветра. Все время, как говорится, наполнял свои паруса попутным ветром. Вот, поэтому к Познеру у меня отношения значительно хуже, чем к Есенбаевой. Это осознанное молчание, это трусость, это желание, так сказать, ни с кем не ссориться, никуда не проявлять никакой своей позиции. И, в общем, Владимир Познер вызывает у меня, Владимир Владимирович, кстати говоря, Познер вызывает у меня гораздо больше негативные эмоции, чем та же Есенбаева. Вот, к сожалению, вот как может быть, я не знаю, прав я, не прав. Мое личное мнение, я имею, как говорится, возможности и право на это личное мнение. Вот Есенбаева, ну, спортсменка, ну, спортсменов мы там много не требуем, какого-то там большого ума, политического жизненного опыта, не требуем. Да и возраст у него другой. А уж мудрый Познер, который, так сказать, прошел всю жизнь рядом с политическими, так сказать, ситуациями и их используя, он обязан был осудить войну. Если он просто порядочный, приличный человек. А если он этого не сделал, значит, он непорядочный, неприличный человек. В конечном итоге. Знаете, вот момент истины. Вот он всегда есть момент истины. Ты либо нормальный человек, либо ты приспособленец. Вот, к сожалению, сегодня Познер выглядит полным приспособленцем. Матвей Гонопольский в интервью Грэму на этой неделе поделился тем, общается ли он с уехавшими коллегами и как воспринимает оставшихся. В частности, журналист высказал мнение о политологе Валерии Соловье. Профессор нередко бывает гостем наших программ. Нормальные люди, которые чувствуют, что они не могут физически жить в стране насилия, грабежа и убийства, выбираются оттуда и строят. Вот вы же построили свою историю. Понимаете? Но мы изначально были в Латвии, мы жили здесь, и наш канал был изначально. Мы не были в России. Дело здесь не в этом. Да. Дело здесь не в этом. Я говорю, вы просто же построили в другой стране свою структуру. Ну и другие строят. Поэтому ничего страшного. Когда сатрап сдохнет, посмотрим, Пригожин или Кац, там, понимаете, да, куда страна пойдет. Условные фамилии. И после этого, понимаете, в чем дело? Люди... Ну, я называю это эффект Ломоносова. То есть в какой-то там деревушке непонятно каким образом родился человек, который во многом и очень сильно определил науку российскую. Понимаете? Или Эйнштейн. Ну, вот был себе какой-то там чувак, ходил, имел какое-то обычное образование, сидел, думал, ковырял ручкой в ухе в патентном бюро, а потом вдруг взял и написал Е равно МЦ квадрат, что, собственно, и определило наше существование, по какому закону мы живем. Хотя сейчас оспаривается, но тем не менее. Это гены. Поэтому тут есть важный вывод. Это раньше. Раньше была такая песня «Раньше думая о родине, а потом о себе».
Знаете, есть такое пошлое, ужасное выражение, но очень ёмкое. Родина твоя там, где задница тепло. Тут надо обратить внимание не на слово «задница», а на слово «тепло». Понимаете, в чем дело? Где ты думаешь о том, я вспомнил, хочу вам сказать, вы этого не знаете. Когда-то, еще в советские времена, была такая фраза: чем отличается нормальная страна от ненормальной? В нормальной стране ты встал, надел тапки и пошел пить кофе. В ненормальной стране ты надел тапки, и первая твоя мысль, то есть там была первая мысль выпить кофе, а тут первая мысль: а что сказал сегодня Брежнев? Вы сказали, что там, где тепло, родина. Ну вот сейчас нередко тех, кто выступают, в том числе на оппозиционных каналах, обвиняют в том, что они остаются в России, ну или, по крайней мере, скептически относятся к их высказываниям. Например, ну вот спрашивает вас о политологе Валерий Соловье, как вы смотрите на то, что он, будучи в России... Ой, ну Валерий Соловей, это, понимаете, у него не зря фамилия Соловей. Во-первых, это высокообразованный человек. Начнем с того. У него такое образование, которое у нас с вами нет. Во-вторых, он глубоко, в принципе, понимает политический процесс. А то, что он одновременно... Простите, пожалуйста. То, что он одновременно писатель-фантаст, вы знаете, что я имею в виду, да? Вот. Это просто его украшает. Я с удовольствием слушаю его эфиры, где он говорит, что Путин завтра умрет, ну и так далее. Понимаете, у меня... Он красиво брешет. Понимаете, в чем дело? Я его очень уважаю и очень люблю. Это всегда привечаемый человек. Просто, понимаете, у него такой жанр. Но мы же слушаем его с удовольствием. Понимаете, мы же не обвиняем его. Вот ты сказал, а Путин еще не умер. Он говорит... У него есть одна фишка очень замечательная. Он, например, говорит... Это высокий класс. Он говорит: мне стало известно из моих источников, что есть два сценария. Они состоятся завтра в 6 утра. Первый вариант. Путин пойдет в туалет, и когда он будет спускать воду, его затянет в унитаз, и Путина больше не будет. И второй вариант. Путин выйдет и дальше будет президентом. Все спрашивают, а какой же вариант будет? Он говорит, на каком соответствующие товарищи остановятся? На следующий день ты говоришь, ну так он же вышел. Он говорит, ну так я же вас предупреждал, что есть два варианта. Он гениальный в этом смысле. Украшение нашей политической сцены, я вам так скажу. Это Грэм Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о том, что важно и интересно. Если вы еще не стали нашим подписчиком, обязательно это сделайте. А также оформляйте подписку на Patreon и PayPal, это помогает Грэму выживать. Благодаря вам мы работаем, поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео и становитесь нашими спонсорами. В Грэме все только начинается. В хорошем смысле слова. До встречи!